Тишина – редкий гость в этих стенах. В Шереметьевском приюте содержится более 250 собак. Это преимущественно амстафы и питбули. Также есть представители других пород. Несмотря на брутальную внешность, они, как и их домашние собратья, нуждаются во внимании, любви и ветеринарной помощи. Приют существует с 2008 года. В этом году у нас уже получается 16 лет, мы отметили. За все это время проделана огромная работа. Тысячи пристроенных собак, вылеченных, специализированных, счастливых. Нам очень нужна помощь, помощь людей, волонтеров, которые будут приезжать, гулять, дарить свою любовь, ласку собакам. У каждого здешнего постояльца своя жизненная история, но всех объединяет одно – волею судьбы они оказались в приюте. Поддержать хвостатых друзей приехали волонтеры партии «Новые люди». В программе посещения – раздача подарков, прогулка и живое общение с четвероногими. Привезли корма, привезли другую помощь, в том числе средства, всякие пеленки, лекарства, в том числе дорогостоящие. Если вы хотите завести собаку, но у вас не получается по каким-либо причинам, то не стоит эту мечту откладывать. Вы можете спокойно приезжать сюда. Здесь огромное количество собак. Здесь очень много брошенных животных, таких вот непростых пород, как стафы и питбули. Очень тяжело смотреть, когда вот такие собаки приезжают больными, где-то поранеными, где-то уже прям на истоке жизни, так сказать. И каждый раз наблюдаешь, что животным становится все лучше и лучше. К неравнодушным партийцам присоединились и московские байкеры. Они также оказали приюту помощь и поддержку. Животных любим, у нас у самих очень много животных, у меня две собаки. Поэтому остаться равнодушными мы просто не можем. Думаю, что мы будем приезжать сюда, возможно, кто-то из этих питомцев поедет к нам домой. Я уже присмотрела себе. Это не первый приют бездомных питомцев, который навещают волонтеры партии «Новые люди». На протяжении года они реализуют социальный проект под названием «Мы в ответе за них». Кроме материальной помощи приютам, активисты работают над законодательными инициативами в сфере защиты прав животных. Мы оказываем помощь как и домашним животным, так и диким животным. Уделяем большое внимание реабилитационным центрам, приютам. Мы занимаемся как и помощью животным, так и борьбой с жестоким обращением с животными. И пишем, предлагаем законы. И надеюсь, что в будущем мы сможем еще больше их реализовывать, сможем распространиться по всей России. Поддержать Шереметьевский приют может каждый. Особенно требуется участие постоянных волонтеров, тех, кто готов на регулярной основе помогать братьям нашим меньшим. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.